А это распространяется на, например, желание? В каком смысле желание? Например, сексуальное желание. Сексуальное желание? Да, сексуальное желание. Похоть, страсть, возбуждение. У людей? Что? Нет, вообще. Ты можешь определить сексуальное желание? У Лидии к тебе? Ладно, да, у Лидии ко мне, слушай. Я хочу знать, есть ли у меня шанс с ней? Я же запал на нее еще в третьем классе. Почему тебе самому не спросить? Чтобы уберечь себя от унижения. Спасибо тебе, Скотт. Ладно, прошу, просто подойди и спроси, нравлюсь ли я ей. Послушай, увеличится ли пульс? Выйдут ли феромоны? Ладно. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Ты мой самый лучший друг. Привет, Лидия. Мы можем поговорить? Конечно.